Всем привет, мои хорошие! Вы на вашем любимом канале Моника Ставит. Как обычно, жду от вас лайк, подписку, а также ваши прекрасные комментарии. Но перед тем, как начать, хочу сделать акцент, что да, действительно, во вторник мы с вами пропустили один день, не было формата видео, но в своем телеграм-канале, конечно, я не могла оставить вас без внимания, без прогнозов и дала там экспрессик, поэтому, кому интересно, переходите, подписывайтесь. Также недавно мы с ребятами проводили розыгрыш на 5000 рублей. Все прошло довольно интересно, я сама в нем участвовала, и, в общем-то, вас тоже приглашаю, потому что всегда хочу что-то новенькое, интересное придумывать, чтобы вместе с вами взаимодействовали, и самое главное, мы зарабатывали, вот, поэтому обязательно переходите на Телеграм, он будет в закрепленном комментарии ниже. Итак, начнем мы с нашего первого матча, это Манчестер Юнайтед и Брентфорд. Брентфорд для меня лично достаточно прибыльная команда, мы с ней вместе прошли огонь и воду, и постоянно она приносила только победы, но зачастую это действительно так. Напишите в комментариях, какая у вас любимая команда и какая команда вам приносит чаще всего победы. Так вот, в этом матче, как бы я не хвалила Брентфорд, что он такой нам прибыльный, приносит победы, здесь я все же пойду через МЮ, хотя думаю, что им будет достаточно непросто. Манчестер Юнайтед, победа за 1.72 будет мой первый выбор, а второй это Манчестер Юнайтед не проиграет, а также тотал меньше 3.5 за 1.75. Почему два варианта, честно говоря, не могла определиться, и тот и другой достаточно интересный, с хорошими коэффициентами, которые я нашла, кстати, на БК МЛБ, эту тоже ссылку оставлю ниже в комментариях, действительно хорошая БК с хорошей линией, я думаю, это понятно, почему я не могла определиться и выбрала два прогноза, кстати, такое зачастую происходит довольно-таки часто, ну, и вы сами видите по видео, что иногда и два, и три варианта есть, вот, поэтому обязательно переходите на MLB, там у них просто супер шикарная широкая линия, и сможете подобрать для себя то, что действительно вам понравится. А также с моим промо вы получаете дополнительный приятный бонус до 25 тысяч рублей к вашему первому депозиту. А второй наш матч на сегодня это Барселона и Реал Мадрид. По правде говоря, классика уже зачастила, и здесь, в принципе, может быть все, что угодно, поскольку это кубок, да еще и ответный матч. В исходы мне лезть как-то уж совсем не хотелось, но вот единственное, что в чем я почти уверена на 100%, это то, что Реал действительно будет как-то пытаться давить и пробить гол. Из этого у меня выливаются угловые Реала Мадрида больше 4 за 1.75, которые, кстати, я тоже нашла на BKMLBet ниже. Мы с вами переходим по ссылочке и получаем еще к этому дополнительный бонус, повторюсь. Ваши комментарии насчет этих двух матчей я жду ниже у себя. Также жду вашу подписочку, лайки и подписки на телеграм-канал. Нам с вами желаю удачи и желаю побед!